ТВ. Сегодня мы снимаем эфир про такой интересный, нелегкий танец или направление джаз-модерн. Сегодня у нас в гостях Юлия Вартанова. Юлия, под барабанной дробь она входит. У Юлии, она основательница замечательной цветочной лавки Love Flowers. Вот я зашла в нее, там цветочки везде благоухают, и сразу вспомнила про Исидору Дункана, джаз-модерн. И вот решила, что Юлия, как никто другой, подойдет к нам для съемок передачи про этот танец. И ведет сегодняшний урок Хализина Вера, преподавательница арт-студии Бродвей. И чуть позже она вам расскажет немного из истории этого танца. А сейчас мы пойдем отжиматься, растягиваться, в общем, делать разминку для того, чтобы не повредить себе ноги и для того, чтобы в конечном итоге исполнить для вас красивый кусочек этого замечательного танца. Я домой. Пока. Спасибо. Юля ожидала, мы после рабочего дня 24-часового заставили Юлю еще растягиваться, отжиматься, пресс качать. Но на самом деле для нашей же безопасности. Поэтому зато мы похудели. Для нашей красоты. Конечно. И, в общем, растянутыми. Поэтому мы готовы покорять сцены. А сейчас я дам Юле 3 попытки. На самом деле, чтобы попасть в эфир передачи Let's Dance, у нас есть такая викторина. Юль, ты должна с 3 попыток угадать, что же такое джаз-модерн. Я буду сейчас включать тебе музыку, а Юля должна нам будет показать, что в ее представлении джаз-модерн. Смотрим. Сейчас Вера нам покажет, как танцевать джаз-модерн, да? Поучимся. Привет! Сегодня мы снимаем передачу Let's Dance, и она о джаз-модерне. Как вы догадались из названия, это синтез двух направлений танца, таких как джаз и модерн. Джаз у нас зародился в Америке и берет свои истоки из негритянских танцев, а модерн зародился гораздо позже, но основу свою берет в классическом танце. И эти два танца, соответственно, мы соединяем. И получается у нас джаз-модерн. Начинаем комбинацию с шага и замаха руки. Садимся во вторую позицию. Отсюда у нас начинается поворот. Шаг, шаг. Да. Дальше у нас идет левой ножкой шаг-накрест. Шаг-накрест. Ручки делают замах для того, чтобы вырасти на полупальчик. Раз. И разворот сразу же. Да. Теперь это соберем вместе. Шаг, замах, вторая, поворот и полупальц. Замах, вторая, поворот, шаг, шаг и упасть. Что нам делать с нашими граблями? Как пальцы держать? На самом деле все очень просто. Джаз-модерн, кисть оттянута, пальчики свободны. Это не значит, что нужно вытягивать их до такого состояния, да, и не сгибать ни в коем случае нельзя. А вот так умеете делать? Раз-два, раз-два, быстро, раз-два, все. Танцуем. Давайте комбинацию. И шаг вниз, шаг, шаг и разворот. Да, дальше у нас идет спокойно шаг левой ножкой. Вот здесь идет мах от колена и прогиб. Движение очень тяжелое.
мы делаем раз и падаем сразу же вниз. И оп, упасть. Да, отсюда мы подгибаем коленочку, садимся на попу, ножки делают круг. Круг, подъем, колено. И дальше передаваем. Раз, прямо так. Мы начинаем с гранд-батмана. Дальше мы выходим на колено, и у нас идет перекат. Обязательно мы делаем его свинг ногой. Обязательно свинг ногой и свинг ногой. Круг по полу. Дальше коленочка и разворот. Угу. Молодцы. Теперь добавляем руки, потому что руки – это украшение. Мы пришли на коленочку к перекату. Угу. Дальше мы делаем свинг ногой еще раз. Свинг. И отсюда мы разворачиваем себя правой ручкой. Правая ручка и левая ручка. И ручки тянутся в пол для того, чтобы сделать стоечку на руках. И толчок. И вернуться обратно. Рука, рука. И пальцы за пальчиками стойка. Стойка. Отлично. Только подняться не бояться. Не нужно делать такого. Руки тянутся сразу же в пол. Толчок. Вот и все. Страшно. Когда мы с тобой общались по поводу участия в передаче, ты изъявила желание сняться в эфире именно про направление джаз-модерн. Почему выбор пал на это направление? Честно признаюсь, я никогда не пробовала просто танцевать джаз-модерн. И на самом деле меня очень привлекает это направление. Конечно, это очень красиво выглядит на телевизоре, не так, как в зеркале. Вот. Я пробовала танцевать, я занималась спортом, что неотъемлемо связано с хореографией в любом случае. Занималась какое-то время танцами, но это, конечно, такое любительское занятие было, скорее всего. Очень мне нравился стиль крамп, то есть что-то такое более жесткое, более тяжелое. А джаз-модерн, конечно, это всех девочек, мне кажется, привлекает. Поэтому выбор именно пал вот именно на это. Юль, вот ты такая вся нежная, хрупкая, и почему вдруг крамп? Это такой достаточно жесткий танец, жесткое направление. Я не знаю, видимо, это связано с каким-то, с характером, наверное, потому что, ну, по характеру я такая достаточно жесткая, поэтому мне очень легко почему-то дается этот стиль, и вот он мне запал. У нас потому что была возможность попробовать много разных стилей, и там и рэп был, и вакинг был, и вот все-все новомодные вот эти вот названия, которые я даже не запоминаю. Вот, а крамп, ну, почему-то вот он легко мне давался. Видимо, это, знаешь, видимо, это какие-то эмоции в конце дня вот такие выплескиваются. Юль, поделись, пожалуйста, эмоциями, впечатлениями от сегодняшнего занятия. Что понравилось, что не понравилось? Допустим, к каким-то тяжелым моментам я была готова, потому что, ну, я знаю, что это такое. Я знаю, что это такое работа в зале. Спасибо вам огромное за какую-то такую ностальгическую нотку, этот запах зала, эта раздевалка. А теперь комбинацию соберем сначала. И шаг, вторая, шаг, шаг, бассе, упасть, шаг, батман, упасть на колено, и рука, и рука, рука, стойка, наверх. Да, на стойке постараться зависнуть. Родоначальник этого танца очень тяжело назвать, потому что танец джаз-модерн является синтезом джазового танца, который появился гораздо раньше, чем модерн, и танца модерн, который появился именно в 20 веке. Родоначальников данного направления очень тяжело назвать, но главных теоретиков легко. Главным теоретиком джазового танца у нас является Кэтрин Данхен, а главным теоретиком танца модерн является Марта Грэхэм. Может быть, у тебя есть какие-то любимые постановщики или исполнители современные, которых ты могла бы посоветовать для наших зрителей? Может быть, найти их, возможно, в YouTube, посмотреть их видеоролики? В первую очередь, конечно, могу посоветовать, это постановки Мариса Бежара. Одна из моих любимых – это «Дом священника». Не пожалеете никогда, если посмотрите, потратите час своей жизни на эту постановку. Вера, скажи, пожалуйста, вот если, допустим, наш телезритель заинтересовался этим направлением и хочет в домашних условиях попробовать научиться этому танцу, это вообще возможно?
Ну, к сожалению, это будет очень-очень-очень сложно, да? Но, возможно, если есть желание, возможно, все на самом деле. Но лучше, конечно, прийти в класс, потому что есть много элементов, которые травмоопасны. На колени, на шею, на какие-то суставы. Поэтому лучше, конечно, довериться профессионалу, который научит, объяснит, покажет. А теперь мы все это попробуем под музыку. She was praying for something to happen to her. Every day she writes words and more words just to spit out the thoughts that keep floating inside. And she's strong when the dreams come, 'cause they take her, cover her. They are all over. The reality looks far now, but don't go. How can you stay out? There's a beautifulness inside. How can you stay outside? There's a beautifulness inside. Джаз-модерн – это не только сольный танец, в нем также используются элементы парного танца, партнеринг, то есть какие-то поддержки, элементы в паре, вращения, повороты и так далее. И, конечно, ребята обязательно вам это продемонстрируют. Интересную поддержку, которая смотрится сложно, но на самом деле при исполнении этой поддержки ни одна из людей не пострадала. Все легко и просто. Нужно сесть на колено, протянуть ручки к мальчику, сделать прогиб. Все остальное делает он. И наверх. И вниз. Главное не бояться. Я не боюсь. Я готова поднять ладу. Я даже ладу могу поднять. И как только он поднимает, спину наверх. Я тебя ловлю. She was praying for something big to happen to her. Every night she hears beautiful, strange music. It's everywhere, there's nowhere to hide. But if it fades, she begs, oh Lord, don't take it from me.